Этот гаражный кооператив построили в конце 80-х. Тогда разрешение на гаражи выдавал райисполком района и начальник Барнаульской дистанции пути, сообщил председатель кооператива. В мэрии добавляют, в 22-м по закону все это самострой. Никто не спрашивал, никто не подходил. К нам вопросов вообще никаких нет. Он находится в центре города нашего. Ленинский, вся администрация, проезжая, видит. Видите, у нас все очищено, чистенько. На днях владельцы гаражей не на шутку занервничали. РЖД, на чьей земле стоят конструкции, вынесли документ о сносе гаражей. Администрация Барнаула решила пойти другим путем и найти возможность сохранить эти конструкции. Рабочие путепровода сделали дополнительные замеры, и в результате только одному владельцу нужно будет убрать конструкцию, которую он дополнительно пристроил к своим гаражам. Именно она попадает в зону производственных работ. Честно говоря, больше испытываю удивление такого решения и благодарности, ну, потому что давно это все здесь стоит. И то, что администрация пошла навстречу при решении этого вопроса. Я при любом бы решении как бы пошел навстречу, потому что, ну, понятно, что как бы для города это намного важнее, чем все эти строения. То есть любое решение было бы как бы просто исполнено и все. Те гаражи, которые 7, они сохраняются, то есть попадая в зону производства работ. Поэтому здесь этой, ну, такой, может быть, где-то социальной напряженности не возникло. А что касается главных работ на мосту, то все идет по плану, сообщают в мэрии. На сегодняшний день выполнены работы по демонтажу тепловой сети, демонтажу инфраструктуры горэлектротранса, по демонтажу пролетных строений и опорных частей. В течение 3 дней последний провайдер из 20 закончит переподключение сетей связи и демонтаж пролетных строений продолжит. Также на этой неделе ДСО-4 закончит оформление договора с РЖД по предоставлению технологических окон. Это позволит в определенные часы демонтировать остаток моста над железной дорогой. Всего таких технологических окон планируется более 50, и все они выделены в ночное время. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.